И в минувшие выходные в бильярдном клубе «Армада» состоялся турнир по бильярду среди журналистов. В соревнованиях принимали участие и наши корреспонденты. Бильярд изначально игра для избранных. Некоторые даже число пи с его помощью вычисляли. Впоследствии получившее самое широкое распространение. Примерно так и с этим турниром. Для журналистов его проводят уже второй раз. Теперь в личном первенстве вместе с работниками пера участие принимают представители областной власти. Раньше они уже играли с журналистами в футбол. Теперь решили попробовать силы в бильярде. Главный приз от обл.администрации – профессиональный бильярдный кий. Говорят, качественная работа. Занимает мало места и соответствует всем стандартам. Оказалось, что таланты-то действительно очень серьезные. В журналистской среде много таких завзятых бильярдистов, которые как бы тогда сражались до последнего. И мы решили дать возможность им, во-первых, еще раз проявить свое мастерство. И, во-вторых, показать другим, как нужно играть. Это, наверное, бильярд. Более такой вид спорта, где можно и получить удовольствие от самой игры, и еще и получить удовольствие от общения. Поэтому я с огромным удовольствием принял это приглашение. Ну и думаю, что наши дружеские отношения будут продолжаться. Для бильярда, по-моему, очень важны две вещи. Это глазомер и практика. У меня нет ни того, ни второго. Да, поэтому я просто с удовольствием. Нравится сама игра, нравится демократичность. Любого возраста, любого, в принципе, там, состояния, веса или, как надо сказать, уровня. Можно играть. И тут тоже есть какой-то элемент удачи, фарта, если хотите. Я считаю, что в любом деле побеждает в любом случае сильнейший. Судейство будет самое строгое, поскольку независимо от того, профессиональные спортсмены принимают участие, либо же любители. Ну, я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы судейство было самым объективным. Прошлогодний чемпион Дмитрий за бильярдным столом с 10 лет считает главное в этом деле уверенность. В больших состязаниях играть раньше не доводилось, а вот выигрывать, говорит, привык. Прошлый журналистский турнир не стал исключением. Первая партия была тяжелая, потому что я играл с женщиной, думал, честно, что проиграю. А потом нормально. Практически не играл трех партий. Двух выигрывал сразу. Турнир считают началом большой дружбы между обл.администрацией и журналистской организацией. В дальнейшем предлагают перейти от личного первенства к командным состязаниям не только в футболе, а и в бильярде тоже.